Давайте поехали также в пас, не торопимся. Играем через центр. Нападающий тоже не забывайте открываться, если что. Поехали. Так, бот. Один, два. Что, два бота? Да. Так, похоже, будут забросы нереальные. Вратаря нет у них. Это плохо, кстати. Гений. Ой, сори. Не помог тебе вывести. Смотри, опорник есть. Ага. На пустом месте. Так. Где-то я это уже видел. Дежавю. Лучше. Да? Давайте не ослабляемся, надо забить хотя бы три минимум. Здорово. Можно было мне в касание бы. Я ждал как раз пас отсюда. Да я что-то засмотрелся на красного, сорян. Они так и будут забросы. Да, скорее всего. Так что, парни, смотрите их аккуратней. Далька. Далька. Ой, сори. У меня ложный удар не по тем углом пошел. По игрокам. Назад нужно. Вот. И получит встречать. Хорош. Хорош. Блин. О, блин, еще и левая. Левая нога. Да, ты что вот это? Рабочая нога тебе. Ты можешь справа перекинуть левую пару звезд? Парни, давайте забросы. Смотрите внимательно. Есть 5 звезд на сильной ноге. Походу нет. Научить на красного было. Да это ебучая фифа всегда дает на двух-то в офсайде, блядь. Да я не знаю, низом можно дать нормально. Это не шутка, это так и есть. Это верхом, да, сложно, а низом-то можно. Сори. Хорош. Надо встречать его, пресс. Меня уводит немножко на пинге. Чего у тебя с пингом? У нас наш пинг. Ну, да, все на коннект так себе. Немножко, как это называется, ватный. Снизу. Давайте, парни, что-то мы расслабились, сосредоточимся, забьем еще парочку. Поехали. Давай подушим.
получается. Так, ладно. Ой, что-то такая залупа вообще. Хорош. Еще играй. А, все. Сыграй. Ладно, флажок поднял. Блять, просто пасху его пошел, так ветли под удар катил. Да. Интересно, как так-то? Ну так а что я могу сделать? Бежать просто, наверное. Так я бежал. Что у нас было там сколько? 4 секунды, мы бежали вместе. Естественно, меня обгонят постепенно. Не-не, не надо. Если ты не менял на КФЗ, то под удар не надо им давать. А я поэтому не стал бить. Удара нет. Ты смотри внимательно. Я у тебя игрок убежал, смотри куда. Я не знаю, мне религия не позволяет кустаться не отдать. Я привыкаю, что он не может забить. Мне приходилось еще разворачиваться, и факт, что мне дали бы пробить, а там не 100 пудов. Да. Дайте вешать, у них высокие, это вообще хуйня. Сейчас залетит говно кому-нибудь. Сил еще нет, хорош. А где силы-то? Или есть эти силы? Странно. Меня ты имеешь? Да. Первый тайм только. Не, силы есть, там просто в моменте стамина закончилась. Тут еще процентов 70 есть. Ну, как и у всех, в принципе. Давайте, парни, расслабляемся, надо забивать еще 2 гола, это вообще мало. Хорош. Я, кстати, забыл, что Леша под правую тебя давал. Да там без разницы. Просто помешали. Да зачем? Аккуратно смотрите, Ени. Отлично. Сос грамотно сделали, спокойно, постепенно разыграли и вышли на удар. Хорош. Давай еще. Yeah.
Хотел пас отдать, но потом я не успевал, он уже ногу. Делай, короче, дать. Кого-то с ударом. Там. Не, в этой ситуации. Блять. На пиздец. В этой ситуации я пас нажал, но он уже, видишь, отскочил мне под удар. Ну ему ЦПшника тоже не вариант делать. У ЦПшника тоже с ударами хуево, как у КФАшника. Дрочит. Здорово. Здорово. Цап ему, если делать. Там завершение выше. Драм отскок был неудачный, слишком близко к вратарю. Ты че, фарш играть пришел? Начинаю. Давай, заходи, разминайся. Я так-то, блядь, размят. Хотел кушать катал. Не устал? Заебался, конечно. Готов еще столько же откатать? Только же? Че? У нас еще сколько два матча. Сколько у вас целок? Да, у нас еще две, кроме этой, которую играем. Короче, сухих матчей вы мне не даете сделать, да? Понимаю, выигрываете? Да. Ну, пропусти. Я проигрываю. Это командная игра. Никак? Нет. Все просрали сейчас. Что за хуйня? Почему так долго, блядь? Давайте, парни, играть еще много. Надо забивать. Пойдет. Смотрите внимательно. Высоких. Два высоких. Даже три. Скидку смотрите после сразу. Подачу. Хорош. Сыграю. Что, сбросили на скидки? Да, блять, у меня игрок не просто не ворочается. Как будто у меня пинг 100. Ну, у меня тоже... В последнем моменте. Хорош. У меня тоже в последнем моменте очень плохо все было почему-то. Игрокам. Виктор Штейн, ну ты где? По твоему флангу они только и проходят, считай. А, ну это пониже. Ой-ой-ой. Как так это происходит? О, отлично. Что же, проебом пахнет. Да мы какой-то вообще хуйня нереально занимаемся. Бать, так близко. Может на штангу? Это не работа, насколько я знаю. Почему? Не надо. Работал раньше. Хорош. Это работало в прошлой еще или в позапрошлой? Это нет, в этой фифе. Ну, по крайней мере, вот это работало. Не везет нам. Так, смотрите, сейчас будет опять выносить, скорее всего. Ни голевого, ни сухого, никакого. Не бест. Надо встречать одному. Ну ладно, хоть один сейв сделал. Лучше. Все, да, надежнее сыграй.
На несколько цент. Надо встречать, парни. Жаться тут тоже не надо сильно. Мы сели как будто, блять, я не знаю. Да уж, вторую половину, второй тайм сыграли просто отвратительно, очень плохо. Зато XG почти 6. Игдерштейн, посмотри там, попробуй хотя бы какие-то разные. Либо ЛП, либо ЦП. У них получше удары. Да и дриблинг получше. У меня есть ПП, ЛП, ЦП. Так, у нас сейчас сразу будет игра. Паш, ну я тебе говорил, что 23-20 у нас ЛЧ. Или ты хочешь поиграть сейчас? Я могу пропустить. Не надо, ты нападающий. Что сейчас будет? У тебя спиннингом, кстати. Хуёвый. Сейчас у нас от лига. И будет.